Оценить материальный ущерб от военных действий на территории Южной Осетии еще только предстоит. В Цхинвале уничтожены практически все жилые и административные здания. Разрушены и уникальные памятники старинной крепости и храмы еще византийского периода. О том, какой урон нанесен культурному наследию целого региона, в репортаже Веры Назаровой. Прямым попаданием в Цхинвале разрушен действующий храм Пресвятой Богородицы, церковь Святого Николая. Превращена в руины старинная 8-9 века Кавская церковь Святого Георгия. На Кавказе храмы являлись местами, где люди находили убежище от варварских действий, независимо от того, какой вооруженный конфликт. Вот когда там эти люди собрались, этот храм был взорван, как нам сообщают, вместе с его православной общиной. Еще 5 дней назад Цхинвал был красивым зеленым городом со старинными храмами, музеями, драматическим театром и зданием парламента. Еще в советские времена признанным памятником всесоюзного значения. Теперь один из старейших городов Кавказа, основанный в 262-265 году, восточная часть которого была объявлена архитектурным заповедником, превращен в руины. Разрушения, говорят очевидцы, сравнимы с теми, что были в Сталинграде во время Отечественной войны. Выстрел-то в наше прошлое и российское прошлое. Ведь на Кавказе очень высок культ почитания героев Великой Отечественной войны. И понимаете, что сделал грузинам генерал армии Плиев, дважды Герой Советского Союза, герой Великой Отечественной войны в полном смысле этого слова, что его бюст сегодня там снесен фактически, да? Пострадал и другой знаменитый памятник – поэту, художнику, основателю осетинской литературы и письменности Хитогурову. У него отбита голова. Все памятники разрушены, говорит историк Нелли Табуева, которая все эти дни была в Цхинвале. Я только вчера оттуда уехала и все это время просидела в подвале, поэтому объезжать памятники и проверять у меня не было времени. Но в городе все наши церкви, уникальные здания, очень старые здания города из архитектурного нашего заповедника в восточной части города, они все разрушены. Если в Цхинвале существовало 33 исторических и культурных памятника, то на всей территории Южной Осетии их около 600. Старинные крепости, остатки поселений, храмы еще византийского периода. Таких во всем мире единицы. Каким из этих памятников удалось выстоять, пока неизвестно. Так же, как неизвестно, что удастся восстановить. Ведь для того, чтобы уничтожить церковь с залповым огнем, достаточно 5 минут. А вот на возрождение нужны годы. Вера Назарова, Вести.